мне 18, я учусь в СПБГУ, в экономическом университете. Тебе говорили, что на Фёде похож? Нет. Который там старый, с сигарой, пясень. Спортивные достижения. Я являюсь кандидатом в мастера спорта по дзюдо. У меня чёрный пояс. Красавчик. Также второй взрослый разряд по боксу. В общем, этому я довольно много времени уделил. Хотелось бы сразу сказать по поводу Active Sale Group, что мне это дало и вообще зачем я пришел. Первый день, когда я сюда пришел, я увидел, что здесь происходит. То, что мне придется очень много общаться с людьми, делать каких-то стыдных, иногда неудобных вещей. Например, я говорю, 3 недели назад я бы никогда в жизни не вышел сюда и не начал бы вам что-то говорить. Я просто, когда пришел, я пообещал себе, что я буду, вопреки всем каким-то моим неудобствам, я буду делать то, что мне не нравится, я буду уходить из зоны комфорта, и мне было просто интересно, что из этого получится. Вот. Получилось так, что я как-то вошел в работу, потихоньку начал нравиться то, что делаю, начало нравиться общение с людьми, потому что до этого я не особо этим часто занимался. Вот так получилось, то, что набил очень много. Хочешь, я скажу, какой у тебя погоняло здесь уже есть? Дом Корлеона? Человек-статистика. Думаешь, почему? Да, я знаю, это все из заданий. Расскажи. Погоняло. Потому что, не знаю, просто первый день, когда я пришел, первый вообще, в принципе, рабочий день. Первый я раздал 20 каталогов, там часа за 2. И во второй день, когда я вышел, я собрал на 15-ку. Вот, и это машина дало... такая? 15 тысяч рублей. Это дало такой, большой старт, не знаю. Я под... Вы что собрал на 15-е? Что? 1000 рублей. Денег свой, да? Да, почему? А, не знаю, будет он. А сколько собрал, раздал? 20 раздал. И второй день собрал тоже 20, собрал 15 тысяч. Ну да, говорят, если в поле выходить, периодически везет. Но это был просто первый день, это была такая мотивация, очень интересная. Но потом, естественно, так не было дальше, да, там бывало, что вообще ничего не заказывали. Печально было? Было моменты. Просто я говорю то, что важный спорт, такая привычка появилась, то, что есть такая фраза, как «через не могу». Когда тебе холодно, у тебя болит спина, у тебя 20 каталогов, ничего не берут, и ты, ладно, буду раздавать дальше. Я пропустил какой спорт? Боевое искусство. Дзюдо и бокс, да. Да, все-таки ты не ответил. Почему статистика? Чего статистика? Я не знаю, почему у меня появилось. Ты можешь посмотреть на табличку, у тебя там цифры прям вот настолько ровные, четкие. Мне Маша сказала, что ты все делаешь как по черной книжке, во всех аспектах. И у тебя вот прям ровно все как в статистике, как должно быть в среднем. Ровно 150 каталогов, 1000 баллов. У меня не было такого, что я прям сильно и сверх нормы работал. Но и не было такого, что я, если я выходил на работу, как бы я не халявил. То есть я отрабатывал там 3-4 часа, когда я ставил себе какую-то планку, я отрабатываю, ушел домой спокойно. Совет какой можешь дать? Совет? Консультантам. Видишь, там снимок, вот у него личный телефон, у тебя. Да, совет то, что когда заходишь в организацию, главное чувствовать себя просто комфортабельно. Ты, по-моему, везде себя комфортабельно чувствуешь. Как кот, знаешь, благостный. Она себя хорошо, а ты можешь сегодня. Ты говоришь. Просто надо почувствовать, что тебе нравится, как ты хочешь себя вести. И когда ты будешь чувствовать, что тебе хорошо, то клиент, с которым ты будешь общаться, он тоже это будет чувствовать. То есть, есть там, мне, например, действительно нравится там классическая одежда, и поэтому я так часто одеваюсь, хожу в организации, я чувствую просто себя комфортно в этой одежде, поэтому я общаюсь с людьми, возможно, это как-то действует. Есть там человек комфортно, в розовых трусах с одной ногой вот так запрыгать с каталогом, и если ты считаешь, что это ты, что это действительно ты, что тебе так нравится, то, пожалуйста, возможно, это тоже даст какие-то плоды. Прикольно, классно, окей, супер. Какие планы дальше?
останавливаться, просто достигнутым идти дальше. Мне интересно, то, что тут происходит, мне просто интересно. На каждой стадии больше и больше информации, которая дает больше и больше опыта, и просто поглощать ее, поглощать в том, чтобы это началось. Успехов тебе в твоих начинаниях. Думаю, что получится.